Сотрудникам МБУ содержание и благоустройство – дождик нипочем. Ведь кто еще будет приводить наш любимый город в порядок? Поэтому традиционная подготовка одной из главных изюминок нашего города – вертикальных клумб – к летнему сезону идет строго по плану. Сегодня здесь мы заканчиваем фигуру «Слон». Работы производились где-то порядка полутора дней. Сегодня мы его заканчиваем. Остается, как вы видите, только корона наверху. В нашем городе 13 вертикальных клумб. Среди них такие персонажи, как слон, рыбка, улитка и лошадь. Фигуры полностью состоят из глины. На них красуются такие цветы, как пеларгония, виола, петунья и бархатцы. Каждой композиции цветы подбираются уже непосредственно для композиции. То есть, как, например, на слоне мы видим, слон у нас как бы с седлом, да? Лошадь, соответственно, она будет немножко другая, рыбка другая. То есть, конкретно для каждой композиции подбираются свои цветы. Сергей Бурмистров отметил, что ухаживать за цветами на фигурах удобнее в холодную погоду, ведь от сильного солнца они начинают вянуть. Глина не так быстро сохнет, и работа получается у нас более комфортной, и более, так сказать, ровной и правильной. Сергей Александрович, а вот получается, то есть на сезон хватает этой долговечности фигуры? Какая вообще она? В зависимости от погоды, бывает, что некоторые мы досаживаем, либо полностью пересаживаем фигуры, в зависимости от лета, ведь если много солнца, жарко, то как не поливай, конечно, цветы немножко вянут. Поэтому да, мы либо меняем, либо целиком переделываем фигуру. Фигура Маши и Медведя, которая стояла на улице Чугунова, пришла в негодность. На ее месте, ко дню города, поставят бабочку, сидящую на цветке. В планах установить на каждой вертикальной фигуре подсветку, которая в ночное время суток будет радовать глаз наших жителей. Сергей Григорьев, Дмитрий Корунов и Ольга Захваткина. Для программы «Городские вести».